Яркая летняя премьера в Черкесском драматическом театре имени Мухарбека Акова. Мюзикл «Алые паруса» воплотили на сцене актеры, режиссер из Кабардино-Балкарии Анзор Емкуш и драматург Зураб Бимурзов. О красивой и волшебной истории любви расскажет Светлана Шаганова. Смелое и амбициозное решение поставить мюзикл «Алые паруса» этим летом было не случайным. В преддверии школьных вечеров подарили выпускникам красивый спектакль по повести Александра Грина. Известный режиссер Анзор Емкуш впервые ставит мюзикл в Карачаево-Черкесии и привнес в него современные мотивы. Но половина успеха – это выбор актеров. Поэтому очень было ответственно не промахнуться именно с главными героями. Я думаю, что нам это удалось. Но зрители сегодня уже свою оценку скажут и свое мнение скажут. Но нам, как кажется, с актерами, тем более главными, Асоль Грей, нам, мне кажется, удалось попасть в десяточку. Задача была непростая, так как мюзикл – жанр, как правило, сложный, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка. Важную роль играет хореография. Все-таки хотели сделать легкую, воздушную, летнюю, да, постановку. Я думаю, что получилось очень все гармонично. Режиссер через призму театрального искусства все-таки смог, наверное, вот эту музыкальную историю, музыкальный спектакль показать во всей красе. Яркий актерский состав с уже известными и полюбившимися артистами. Успешно дебютировала Динара Каргаева. Она воплотила на сцене юную Асоль. Сначала это, ну, трудно было получаться, ну, тяжело, а уже когда привыкнешь, ну, нормально, как бы еще хочется, да, играть. Мне даже нравится Асоль быть. Главная героиня Асоль жила с отцом в деревне у моря. Девочка росла среди злых людей, и они считали ее сумасшедшей. Однажды волшебник напророчил ей встречу с принцем, который приплывет на корабле с алыми парусами. И эта мечта стала для нее смыслом жизни. И Асоль стояла на берегу и ждала свою судьбу. А осуществил ее второй герой повести – Артур Грей. Он хотел приключений, рос в богатой семье, однажды сбежал из дома, стал матросом, затем капитаном своего корабля с алыми парусами. После спектакля, когда я ухожу домой, то есть я забываю выйти из роли и продолжаю как бы жить свою обычную жизнь уже капитаном Греем. Мы сами творцы своего счастья. Это подтверждают и герои спектакля. Грей однажды причалил к деревне, где жила Асоль, и повстречал ее спящую на лесной поляне. Она ему очень понравилась, и когда он о девушке захотел узнать подробнее, то ему поведали историю о предсказании и о том, что Асоль до сих пор верит, что принц приплывет, и он приплыл. Смотрите! Смотрите, настоящие красные паруса! Не красные, дурочка, а алые! Образ очень романтичный, очень мечтательный, очень сказочный. И каждая девушка, которая мечтает именно о любви, не о деньгах, не о материальном, а только о духовном, всегда захочет стать Асоль. Асоль встретила своего принца. Сила мечты принесла счастье двум людям, которые полюбили друг друга. Автор нам показал на примере героев «Алых парусов» Грина, что мечты сбываются, если в них по-настоящему верить и стремиться к ним. И мы всегда будем вместе. Да, конечно, мы всегда будем вместе. Светлана Шаганова, Ислам Урумов, «Вести», Карачаево-Черкесия.